взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Евдокия Асафова, 8 лет. Самое бесценное в нашей жизни – это доброта. Она живет в каждом из нас. Я уверена, что все люди на Земле добры, потому что у них есть душа. Доброту нигде нельзя купить, но быть добрым человеком можно научиться. Начинайте день с улыбки. Будьте вежливыми со своими соседями и одноклассниками. Позаботьтесь о близких. А если своей добротой вы поделитесь с другими людьми, то ваша жизнь станет радостнее и светлее. Стоит только попробовать. Взрослым о важном.